скажи, пожалуйста, Умалат, будут ли изменения в составе, будут ли усиления зимнее трансферное окно? Что ожидать болельщикам? Даже не знаем, как сказать. Вот сами видите, без изменений мы с первой лиги пришли в премьер-лигу играть. Ну, думали, игра получится, да. Ну, не знаю. Эти же ребята, которые играли в первой лиге, которые показывали хороший футбол, ну, не клеится у них сейчас игра, не идет пока на данный момент в премьер-лиге у нас. Уже у нас есть подготовленные ребята, еще во время зимнего трансферного окна хотим с ними договориться и начать с ними вторую часть чемпионата. Есть на намечении игроки, которые мы планируем взять и доиграть чемпионат. И посмотрим, как будет. А пока что не одержано ни одной победы, как и у Ансалты. Продолжаете бороться за выживание. Следующая встреча у вас с футбольным клубом Dream Team. Ожидания и вообще, что скажете о предстоящем туре? Не, нам-то какая разница, какая команда, мы с ним всегда вот одинаково готовимся ко всем командам, у нас никакого там, эта команда сильнее, эта слабее, такого нет у нас, всем командам одинаково готовимся, одинаковый свой футбол играем. То, что умеем, мы вкладываем, а то, что не умеем, мы никак не сможем выкладываться и показывать. То, что у нас есть в резерве, мы покажем, а так дальше решит поле. Ну и зрители, наверное, интересуют, не хотелось, конечно, об этом спрашивать, что произошло во время матча, там были недовольны действиями арбитра или что-то еще было? Это просто эмоциональные моменты во время игры, это, можно сказать, всех, наверное, бывает во время игры, особенно когда проигрываешь матч и еще такой момент агрессивный. Но это, наверное, еще останется у нас на поле, за пределами поля мы все друзья, братья. Что помогло одержать такую уверенную победу над Бугленом? В первую очередь хочу поблагодарить своего партнера по атаке, Мусаева Хасана. Он сегодня как никогда раздавал голевые. И также всю защиту, всю команду. Они сегодня выдали хороший матч. Буглен, конечно, сегодня, видимо, не настроен был особо. Поэтому и поддержали такую победу. Она была очень важная. У вас очень хорошее взаимопонимание с Хасаном Мусаевым. Как будто вы понимаете друг друга без лишних слов. И совет другим нападающим, другим дуэтам, как добиться вот такого взаимопонимания на поле? Ну, хотел бы сказать, в первую очередь нужно доверять своему партнеру, так же, как доверял бы себе. Только тогда получится такое взаимопонимание. Ну, хочу отметить, что мы не самый грозный дуэт, я так думаю, на мой взгляд. Есть ребята, которые играют годами, ну, думаю, мы добьемся лучшего результата, если будем верить друг в друга. Ну и напоследок, следующий соперник «Партизан». В следующем туре несколько слов о том, что вы ожидаете от предстоящей встречи. Ну, в первую очередь ожидаю сильнейшую битву, потому что команда «Партизан» в этом сезоне просто наигрознейшая. Я считаю их одним из претендентов на победу в этом чемпионате. Будем бороться, так скажем.